Четвертый вариант отбеливания – это фото- и лазерные системы отбеливания. Они являются, пожалуй, самыми популярными на сегодняшний день. Zoom, Beyond, Amazing White. О какой-то из них вы по-любому что-то слышали. В данном случае концентрация перекиси в отбеливающем геле на порядок выше. Это примерно 20-30% против максимально разрешенных 6% в косметических системах. Из-за такой высокой концентрации приходится бороться с побочными эффектами в виде чувствительности зубов, опасности повреждения эмали, ожогов десны, но и результат значительно лучше. Сразу совет, не идите на непроверенные системы отбеливания, как бы заманчива ни была цена. Такие системы просто не могут стоить дешево. Расскажу почему и из чего именно состоят эти системы и как формируется цена на процедуру. Возьмем для примера самую раскрученную и самую популярную систему, это Zoom. Zoom 3, Zoom 4 не принципиально. Чтобы произошла сама процедура отбеливания, нам потребуется, собственно, отбеливающий гель, отбеливающая лампа и всякая мелочь, которую в счет брать не будем. И пациент, кстати. Первый момент – это отбеливающий гель. Его себестоимость на одного пациента примерно 11-12 тысяч рублей. Соответственно, процедура отбеливания Zoom не может стоить дешевле этой суммы. Есть такая хитрость. В некоторых стоматологиях используется отбеливающий гель Zoom, но для домашнего отбеливания, себестоимость которого 3,5 примерно тысячи рублей, но продается он под видом клинического отбеливания, себестоимость которого 11-12. Вот почему вы иногда можете получить результат отбеливания, я думаю, что будет светлее, думаю, что будет лучше. Момент номер два. Чтобы активировать отбеливающий гель, нам необходима фирменная лампа Zoom. Ее себестоимость около 180 тысяч рублей. Если делать отбеливание другой китайской дешевой лампой, которая вроде бы тоже светит синим светом, то зубы у вас будут болеть еще несколько недель после процедуры из-за химического ожога. Потому что эти лампы сильно нагревают зубы во время процедуры, плюс результат отбеливания будет значительно слабее. Потому что в этих лампах другая длина волны светового луча. Другими словами, свет от таких ламп не проникает в глубокие слои зуба, и гель там активироваться просто не может. Соответственно, зубы отбеливаются не полностью и быстрее возвращаются к исходному цвету. Основной цвет зуб получает как раз за счет своих глубоких слоев. Поэтому закладывайте хорошую лампу, фирменную лампу Zoom, также в стоимость процедуры отбеливания. Кстати, еще один интересный момент. В наборе для клинического отбеливания идет специальная насадка для лампы для каждого пациента. Так называемый чип, который подключается к лампе. В этот чип вшита программа на 4 сеанса отбеливания по 15 минут. Это так называемый полный цикл отбеливания. То есть другому пациенту его уже включить нельзя. Это оригинальный чип от компании Zoom. Сейчас появились китайские так называемые безлимитные чипы, которые один раз купил и пользуешься до конца жизни. Это подделка. Все вроде бы внешне работает и поначалу можно даже не заметить разницы, но со временем лампа от него портится, соответственно отбеливает хуже. Поэтому пациент, который хочет получить светлое, красивое и сохранить здоровыми свои зубы, должен принять тот факт, что это стоит дорого. Есть очень привлекательные с финансовой точки зрения варианты отбеливания зубов, но со временем это принесет множество проблем. Как бы красиво вам не обещали на консультации, что все будет белоснежно и безболезненно, моя позиция в этом вопросе весьма категорична. Либо делать хорошо, либо не делать вовсе. Экономить на своем здоровье — такая себе затея. На сегодняшний день фото и лазерное отбеливание — это лучшее, что есть. Это самый дорогой вариант отбеливания, но и самый безопасный.